Держать губы трубочкой, как будто вы пьете сок из трубочки. Вот, и я себе сделала, как бы, трамплин называется, губа трамплином, или прыжок с трамплина, вот, ну, сейчас это очень модно, поэтому, как бы, я не отстаю от моды, и, естественно, знаю, что меня смотрят мужчины, да, я решила за собой смотреть. Я сделала себе клубки коррекции. Я сделала себе кое-какие коррекции, коррекция груди, кислота везде наколола, все. В общем, очень-очень довольна. Естественно, вы сейчас будете меня спрашивать, почему такие изменения, что и как. Дело в том, что я собираюсь замуж и хотела бы дать вам несколько советов. Я знаю, что меня смотрит большое количество человек из России, Германии, Франции, Китая, Алтая, Немеччины, Америка, конечно же, Америка, как я могла забыть об Америке, моя любимая Людочка с канала Флорида Ялта. Людочка, тебе мои поцелуйчики, твоей палеточкой я пользуюсь. Видео про то, как мне Людочка прислала палеточку, я оставлю ссылочку под этим видео. Да, девочки, понимаете, нельзя постоянно жить в таком, скажем, придуманном мире. Надо смотреть естественно на свою жизнь. Я ваша Джульетта Бенова, вот так я сегодня одета. На мне такая обыкновенная обувка, Дольче на Гавайях, вот, легкий макияж, вот, коррекция глаз, губ, немножко носа. Да, моя шляпка, мне не видно шляпку. Попросила Анечку. Анечка, я тоже тебе передаю привет с канала Анна Лондон, которая занимается шитьем на ютубе, и она мне пошила такую замечательную шляпку. Это так называемая обручальная шляпка. Всем на показ, что да, мне сделали наконец-то предложение, и я не хочу больше быть вот этой вот грубой Джульеттой. Я пересмотрела себя, я перечитала себя, и на данный момент жизни я просто хочу быть девушка Нюфа. Нюфа, или как еще называют, няшка. Вот я теперь хочу быть одной из них. Что вам сказать, девчонки, как не надо выходить замуж? Замуж не надо выходить просто-напросто за бедных пацанов, не надо. Они что вам дадут жизни? Они вам жизни не дадут ничего. Вам придется пахать самим на себя. Поэтому посмотрите передачу «Давай поженимся», и там Розочка Сябитова, или вся уже избитого, она дает именно нужный совет. Сколько перин, сколько машин, сколько колес на машине, если вертолет, если крылья у вертолета, и вообще, если крылья у вашего будущего олигарха. Вообще круто жить с олигархом, поверьте мне, девчонки, это лучше, чем жить с гидравликом. Да какая разница, что он может починить трубу, понимаете? Мой олигарх позвонит по номеру по горячей линии и вызовет сразу домой мастера, например, такого как Супер Марио. Супер Марио мне прочистит все трубы, все девочки, все, которые у вас просто есть в наличии, даже ваши персональные. Сейчас очень модно на ютубе показывать своих животных. Я хочу вам показать этого маленького хорёчка, потому что кошечками и собачками уже никого не удивишь, понимаете? А вот таким вот маленьким мелким животным, который называется просто хорёк, можно всем удивить. И вообще, даже когда жарко, можно промокать пот, и можно надувать тушь. Такой маленький, скажем, никчемный, но тем же не менее полезный животный. И вообще я рада, что вы у меня есть. Россия, Турция, Германия, Алтай, татаро-немеччина, немецкие татары. Я очень рада. На моем канале вы можете увидеть, так скажем, когда я путешествую. Ну кто из вас когда-то путешествовал? Девочки, только на моем канале. Вы же знаете, как я к вам отношусь. Вы же самые прекрасные, вы самые лучшие, вы самые любимые, вы самые. И вообще, понимаете, какие у вас волосы, какие у вас губы, какое у вас выражение лица. Я же все это вижу, Понимаете, мне просто с вами повезло. Я люблю вас, понимаете? Я вас люблю, я люблю тебя, я вас люблю, я вас обожаю, я вас обнимаю, вот так обнимаю. Сильно вас обнимаю, прямо так сильно, что валю вас на пол, понимаете? Вообще, что сказать? Могу сказать только то, что я была во многих курортах, и вам покажу потом все свои билеты, где я была, все свои документы, которые я брала с собой, всю косметику, чтобы вы просто не парились. Откуда вы знаете, если я вам не скажу, что брать с собой, так скажем, на курорт?
Только я на моем канале могу вам рассказать, что брать с собой в полет, что можно брать, что нельзя брать, поиск, какие принадлежности надо собрать. Вам покажу сумку, потому что есть сумки специально для того, чтобы перевозить свои вещи в багажное отделение. В общем, давайте на сегодня будем заканчивать. Я не буду вас задерживать, зачем задерживать кого-то, если потом задержит вас. Оставляйте под этим видео комментарии, добавляйте в это видео в избранное. Ставьте пальчики вверх, а не ставьте пальчики вниз, пусть их ставят трое. А вы люди хорошие, вы не ставьте. И напишите, нравится ли вам мой новый образ, или же все-таки вы предпочитаете образ старый, некрасивый, вообще не няшный. Хотела назвать себя Анжелика Джули. Вера Брежневой. Ой, боже, что я сказала? Джульетта Бруновой. Все, пока.